В этом году в Югорске посоревноваться в профессиональном мастерстве съехались 20 команд, а это порядка 100 участников от медучреждений из 16 территорий Югры, включая Советский район. Вам сегодня всем удачи, доброго настроения, новых знакомств. Вот одна просьба, отнеситесь к этому как к соревнованию, да? Вот здесь даже если у кого-то что-то сегодня не получится, через год-другой еще раз встретимся, да? А вот та атмосфера, которая сегодня здесь, ее сохраните, новыми друзьями и знакомствами прирастите. С праздником вас, всем удачи! Ранее отделение скорой помощи Советской районной больницы уже участвовало в подобном конкурсе. Но в этот раз возможность побороться за звание лучшего по профессии была предоставлена команде дебютантов. Такие соревнования, я считаю, они полезны больше для обмена опыта, чтобы посмотреть, как работают другие именно в больших городах. Мы можем показать себя на любом этапе соревнований. Мы готовились, мы старались, несмотря на то, что команда новая, собранная. Мы готовы. Готовились усиленно в течение месяца, потому что отведенного времени мало было. Над чем работали? Над практикой, над расширенной базовой реанимацией работали, над сортировкой при пострадавших ДТП. В составах каждой команды 4 фельдшера и водитель машины скорой медицинской помощи. Участники проходили как теоретические, так и практические испытания, используя различное медицинское оборудование, специальные манекены. На разных этапах команды медиков проводили диагностику и оказывали экстренную помощь пострадавшим в ДТП. Демонстрировали навыки сердечно-легочной реанимации уже на обычных, условно пострадавших людях. На раз поднимаем, на два переносим, на три опускаем. Раз, два, три. Давление? 100 на 60. Немножко доступ обеспечен. Фактическая повязка наложена. Подготовить и набрать адреналин. Один кубик до 20 физраствола. Посоревновались в мастерстве и водители автомобилей скорой медицинской помощи. Им было необходимо за минимальное время и не задев ограждение проехать участок трассы, выполнив элементы фигурного вождения, змейка и заезд в гараж. Результаты выступлений подводились в 8 конкурсных номинациях. Абсолютным победителем стала команда из Ханты-Мансийска. С отличным результатом для дебютантов выступила и команда медиков «Пульс» Советской районной больницы, которая заняла 3-е место в номинации «Лучшая бригада скорой медицинской помощи среди районных больниц». Игорь Скворцов, Александр Хромович, телеканал «Первый Советский».